Все, всем доброе воскресное утро. И на чем я хотел изначально, вот о чем с вами хотел поговорить. Когда приезжаете ко мне в гости, да, там с покупкой, да просто еще что-то не договаривались, чтобы я вас встретил, как бы, значит, вы должны быть как минимум на связи. Вот тоже у меня вчера клиентка приехала, да, в 9 часов, при том, что я в 5 утра сначала проводил. У нас другого человека в 5 утра проводил, да, так скажем, и приехал в 9. Я, конечно, как дурак, с 9 до, так скажем, до половины 11 простоял возле аэропорта. Ну, возле, понимаете, да, почему? Потому что в аэропорту самому можно стоять 15 минут бесплатно, поэтому мы стоим возле шлагбаума, и как только у нас, получается, человек приезжает, все, он выходит у нас, получается, на дорогу. Сразу вам подскажу, дорогу не которая идет, где автобусы передвигаются, а там, где такси, где все. Потому что там, где передвигаются автобусы, мы не можем подъехать. Там, получается, две дороги идет, когда выходит с аэропорта. Первая и вторая. На вторую, конечно же. Ну и, соответственно, сразу вам говорю, как бы, встретить. Это значит подъехать быстренько на дорогу, там очень много таксистов, очень много машин. Это взять вас, встретить, погрузить ваши вещи и поехать, соответственно, уже в город, понимаете? Тоже у меня вчера хорошая такая клиентка одна приехала, просто, опять же, ну, просто, как бы, ну, тоже подписчик, пообещал ее встретить, все. Приехал. Она, конечно же, на связь не выходит, да, ни в WhatsApp, ни телефон, у нее все отключено, ни о чем на нее дозвониться нельзя. Соответственно, я взял, приехал, жду, думаю, ну, скорее всего, думаю, по логике, даже если там, например, какая-то сим-карта заблокирована или еще что-нибудь, ну, есть мой номер телефона, можно у любого, там, например, той же самой стюардессы, да, можно взять, спросить, например, мой, ну, как бы, телефон, да, сделать дозвон, сказать: Максим, мы там-то, там-то, там-то. Но в итоге получается, я вчера полтора часа времени убил, да, на клиента. Я же думал, мало ли что-то, может быть, произошло, еще что-нибудь. И, соответственно, как бы потом развернулся спустя полтора часа. Ну, сами понимаете, время-то мое денег стоит. И уехал. Потом все-таки я ей в WhatsApp написал, да, я где-то интернет появился. Она: вот, мы вас ждали, не увидели. Я говорю, пишу, а где у меня ждали? Так, говорит, ну вот, мы с самолета вышли. Обычно нас встречают, получается, в аэропорту, на, так скажем, на выходе на самолет или с трапа, не знаю, как их встречают. Я вам сразу скажу, я так не встречаю, у меня просто на это не хватает времени. У меня 15 минут. Вы выходите у нас, получается, на вторую дорогу, где есть такси. Если ориентир, это к Олимпийским кольцам. И там, соответственно, я всегда встречаю. В принципе, очень много гостей встретил, и ни с кем никогда проблем не было. Но здесь такая ситуация получилась, поэтому, как бы, и еще раз повторюсь, если вы не на связи, например, у меня тоже приезжала Фарида с Таджикистана, она взяла просто телефон у, так скажем, у проводницы, и от проводницы взяла, мне позвонила. Но я, конечно, ее встретил, поехал, разместил, все как положено, как обещал, я все сделал. Поэтому, как бы, ну, я могу сказать одну простую вещь. Когда вы приезжаете, когда я встречаю, больше вам это нужно, не мне. Я не буду там, ну, лебезить перед вами. Поэтому, как бы, ну, соответственно, и вы должны быть заинтересованы, чтобы как-то, например, со мной связаться или меня найти. Если я говорю, что я вас встречу, значит, я всегда встречу. Если у вас переносится самолет или переносится рейс или еще что-нибудь, как бы, в данном случае не то, с чем вы там должны, вы обязаны меня предупредить, чтобы я просто так время не терял. Я же не таксист, который утирается возле аэропорта и который ждет в один прекрасный момент, когда же вы наконец-то прилетите. Я сразу говорю, конечно, может быть, это немножко жестко я сказал, но поставьте меня, ну, как бы, на свое место и на секундочку возьмите и задумайтесь, да? Еще раз повторюсь, потому что, как бы, ну, у меня мое время очень, как бы, дорого стоит, и
как бы я не как бы для вас стараюсь сделать хорошо и приятно не потому, что у меня, ну, как бы я бездельничаю, мне просто скучно, я решаю. Потому что как бы у меня есть свой в голове, так скажем, свой алгоритм работы с клиентами, с гостями. Ну, и я хочу, чтобы, конечно, вы тоже, в свою очередь, как бы, ну, уважительно относились к моему времени. Да, как бы, тоже недавно была ситуация, приехал, клиента нету, он мне потом говорит, у нас на 2 часа задержалось. Я говорю, ну, если вы видите, что на 2 часа задерживается, вы мне же можете с самолета там написать смс-ку? Мы прилетаем не в 10 утра, а в 12. Это будет честнее, правильно? Я могу лишний раз не выезжать там за 35 километров, потому что я живу в Сочи, а как бы аэропорт находится в Адлере. Вот, вот такая штука. Ну да ладно, давайте не будем о плохом. Поэтому, как бы я могу сказать, если там вы сами, как бы, ну, очередные ошибки такие будете, как бы, ну, как бы, совершать, точнее, там, лишний раз вам будет неудобно кого-нибудь спросить номер телефона, или вы не побеспокоитесь про сим-карту, или у вас, так скажем, в аэропорту не хватит фантазии, да, вот это более корректно, фантазии взять и купить сим-карту, там сим-карта, насколько я знаю, продается на каждом углу, через каждые 20 метров, то, извините, как бы, значит, как бы, здесь не тут, не я уже виноват, а вы. Еще раз повторюсь, никого я в дверях в аэропорту не встречаю, потому что мне отводится на все про все 15 минут, и все клиенты, большинство, да, все, которые ко мне приезжали в гости, они все выходят на улицу, на вторую дорогу, да, к Олимпийским кольцам, и там я уже их спокойно забираю. Все, я думаю, на эту тему больше мы с вами разговаривать не будем. Ну и у меня это тоже хорошие новости. Все, что я вчера планировал сделать, я вчера все сделал. И сейчас я еду в спортивный зал. Сегодня буду делать спину, да. И, соответственно, вчера тоже ко мне приехали родители. Вот так вот тоже их успел встретить. Вчера успел встретиться еще с двумя клиентами. В общем, вот кроме одних людей, которые как-то безалаберно, халатно отнеслись к моему времени, которые взяли, как бы, и просто, ну, забили, и я потерял там полтора часа своего времени. В общем, все остальное было все довольно-таки хорошо. Даже вчера успел сходить на свадьбу. Даже понравилось. Самое интересное, свадьба была вчера в том месте, где я занимаюсь, прям напротив клуба. Да, куда я сейчас доехал. Сразу там тоже спрашивают, прямо в каком клубе я занимаюсь. Занимаюсь я сейчас в клубе «Мотив». Это у нас Виноградная 230А. Поэтому, как бы, тоже, если есть желание заниматься спортом, то приходите. И мы с большим удовольствием позанимаемся, может, с вами в одном зале. Ну, как-то так. Ладно. Всем хорошего дня, всем, как бы, всем умело распоряжаться своим временем. И все, я в спортзале, да, 8 минут, я в спортзале. Все, всем пока.